Tu. Nie, ale co? Dawaj, dawaj, nie. Nie, to pastucha była всего лишь один конь. Тут ничего не имел. Ни брат, ни сестра. Однажды приходит ворон и ворует его коня. Приводит в пещеру. Наглость убивает. Оставляет только шкуры и тело. А хозяин искал, искал. Он очень долго искал. И наконец-то нашел эту пещеру. Заходит в эту пещеру. Смотрит. И вот там уже нету, остался только шкура, и все. Шайся, Лена, шайся. И я подумал, очень завтра, долго сидел. Ну что делать? Начал резать, придумал какую, взял дерево и начал резать своего коня, чтобы он любил. И придумал такую форму. Вот. И здесь он поставил весло коня, да, вот весло. Здесь поставил, а струну поставил от хвоста. И он начал играть. Что это? Начал играть, проверять. Играл 40 лет, представьте. Это музыка. 40 лет играл. Наконец-то что-то было. Придумал имя Игил. О, значит, это имя называется Игил. Потом выходит из пещеры, приходит в свою деревню друзьям. О, они уже испугались своего. Потому что 40 лет его уже потеряли, да, которые уже отправили в лесу. И он сказал, нет, видите, я живой. Хотите, мой конь тоже живой. Слухать того, как он играет. До сих пор этот инструмент называется Игил. Thank you.